Каждая улица имеет начало и конец. Инвалидная тоже. Но если другие улицы начинаются, ну, где-нибудь, скажем, в поле и кончаются где-нибудь, скажем, возле леса, то наша, извините, ничего похожего. Наша брала свое начало от большого старинного городского парка, именуемого Сад Кустарей. А знаете ли вы, где раньше была улица Инвалидная? Нет. Не слышали никогда? Нет. Инвалидная улица, не знаю такой. Нет, не знаю. Ой, я читала Севелу, но я, честно говоря, не вспомню. Это Октябрьская, по-моему, нет? Понятия не имею. Никогда не слышали? Нет. Понятия не имею. Нет. Не знаю. Никогда не слышали? Не слышали. А давно здесь живете? Давно. Давно. В Обручане. О, и не знаете Инвалидную улицу. Скажите, а Эфраима Севелу читали? У него есть произведение про Инвалидную улицу. А, так, что вспоминаю, да? Так, вы что, нас снимаете? Конечно. Таких красок так не поснимать. Это вы что? Не знаете, где Инвалидная? Нет, не знаю, но сейчас начинаю вспоминать, что вспоминала. Я все улицы знала, я на 09 работала, а Инвалидной раньше не было, а теперь не знаю. Никогда не слышал. Никогда не слышал? Тут нет инвалидов, тут у нас хорошие люди крепкие. А знаете, где улица Энгельса? Знаю. Это бывшая улица Инвалидная. Спасибо, буду ждать. Сегодня в программе сплошные праздники. Главный кинотеатр и одно из старейших учебных заведений города отметили юбилеи. Развертывание комплекса С-300, Бобруйский Монмартр, фаер-шоу. Организаторы Венка Дружбы обещают незабываемое зрелище. В память о легендарном футболисте стадион в Бобруйске будет носить имя Александра Прокопенко. Бобруйск. Диалог двух пассажиров в троллейбусе. Скажите, вы выходите? Да, выхожу. А перед вами выходит? Да, выходит. А вы их спрашивали? Да. И что они говорят? А я говорю вам здравствуйте. С вами снова я, Надежда. Как всегда, я в курсе событий нашего города и спешу рассказать вам о них. А у нас юбилей. Причем не один. Технологический колледж отметил свое 70-летие. После войны там учили шитью беспризорников, а сегодня готовят модельеров. И кто знает, может, скоро их имена станут такими же известными, как Кристиан Диор или Коко Шанель. Бобруйский учебно-производственный комбинат открыт в 1945 году. В нем готовили закройщиков, портных, швей. Позже стал профессиональным училищем. С 2002 года – технологический профессионально-технический колледж. Прежние специальности, которым обучались 70 лет назад, остались, но появились и новые. Мы выпускаем швей, портных, закройщиков, парикмахеров, мастеров по маникюру. И у нас открыта вторая ступень образования техники, технологии, модельера, конструктора. Это дает получение среднеспециального образования, в отличие от профтехобразования, и позволяет учащимся и больше зарабатывать, и больше продвигаться по служебным лестницам. И модельеры-конструкторы действительно конструируют, создают коллекции. Со своими коллекциями участвуют в различных показах: мельнице моды, белорусском венке и других. Мастер производственного обучения Валентина Важник работает в колледже 34 года. Говорит, многие начинают практически с нуля, но если есть желание, овладевают всеми тонкостями шитейного мастерства. Приходят они к нам совсем, как говорится, сырые, уходят все-таки специалисты. В группу мы ведем швей, портной закройщик. Те, которые хотят кроить, все кроят. Путевку в жизнь им дают вместе с Валентиной Анатольевной другие мастера и педагоги. Что интересно, преподавательский состав на четверть состоит из бывших выпускников колледжа. В учебном заведении не только девчонки, есть и парни, например, Эдик. Валентина Анатольевна раскрывает нам небольшой секрет, почему он захотел учиться именно здесь. Хочу научиться шить. Буду, когда женюсь, и буду своих детей обшивать. Ну, а впоследствии ты хочешь стать в этой профессии остаться, модельер, да, или как?
Ну, скорее всего, но пока что в задумках. Кстати, некоторые ребята, закончившие колледж, нашли себя в швейном бизнесе. Один мальчик учился лет 20 назад, так он вообще открыл свою фирму, все, и очень преуспешный такой. А вообще выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Некоторые из них стали дизайнерами. И, собственно, таким образом зарабатывают себе на жизнь. Некоторые устраиваются на работу на предприятия легкой промышленности. И, в принципе, есть люди, которые работают художниками, модельерами, техниками, технологами. Нынешние учащиеся тоже хотят чего-то добиться. Например, Юля мечтает обшивать моделей. Хотела бы шить платья, допустим, как модели ходили бы, ну, по подиуму, вот. Все в ваших руках, девчонки. Кто знает, может, вскоре именно наших бобруйских стилистов кутюрье станут такими же известными, как Коко Шанель или Кристиан Диор. Второй юбиляр постарше. Кинотеатру «Товарищ» исполнилось 75 лет. Сколько поцелуев произошло на последних рядах, а сколько слез пролито на мелодрамах. Как и много лет назад, так и сегодня главный кинотеатр нашего города остается одним из самых популярных мест у горожан. Из всех искусств самым важным, как известно, является кино. Для бобруйчан это высказывание далеко не пустой звук. Кино всегда занимало в их жизни довольно значительное место. И способствовали этому, конечно же, кинотеатры. Для работников кинотеатра это не простой юбилей. Это еще один праздник, который они сделали не только для себя, но и для бобруйчан. Конкурсы детского рисунка, викторины, доска пожеланий, и на праздник зашел даже сам Джейсон Стэтхэм. Это просто киборг, киборг, настоящий мэн, настоящий мачо. Специально для нашего города он совершил самый главный важный трюк. Он выучил русский язык. Вау! Аплодисменты! Здравствуйте! Каждый юбилей – это значимое событие в любой организации, в любой сфере и так далее. Кинотеатр для меня второй дом. Потому что я всегда сюда иду, и я никогда с работы вовремя не ухожу, если честно сказать. Вот, поэтому я очень люблю свой кинотеатр, наш кинотеатр. Конечно, мы, как и все, стараемся идти вперед со временем. Поэтому наша задача сегодня стоит немножечко сделать модернизацию нашего большого зала, в котором мы сейчас находимся. С каждым годом коллектив кинотеатра старается сделать залы еще лучше. В большой зал поставили новую звуковую систему, сейчас в планах поменять кресла и обшивку. Совсем недавно сделали капитальный ремонт и в малом зале. Теперь это зал повышенной комфортности. Поменяли аппаратуру на современную, но старую выбрасывать не стали. Она, как память, осталась в кинотеатре. Заряжаешь пленку через ролики, тянущий барабан, фильмовой канал. Объектив, звуковая система, пошла по роликам и на наматыватель. Здесь фильм у нас наматывается. Вот эта бобина у нас шла ровно час. На старом нужно нам было фильм приготовить. Если фильмы привозили нам старые, нужно было его склеить. Галина Эдуардовна почти 40 лет проработала киномехаником. Аппаратура, с которой управляется женщина, служит верой и правдой до сих пор. И несмотря на то, что на смену ей пришла преемница цифра, хоть сейчас готова к показу. Да и руки ее помнят и любят больше, несмотря на то, что на ней работать намного сложнее. Кинотеатр «Товарищ» стал работать в 1940 году и на протяжении 75 лет не прекращал свою работу. В годы Великой Отечественной войны, когда немцы организовали в стенах кинотеатра клуб, киносеансы не прекращались. Демонстрировалась немецкая кинохроника. Праздник прошел, в альбом кинотеатра вклеили фото с юбилея на память, а доску для пожеланий решили пока не убирать. Говорят, многие остаются после сеанса, чтобы написать свое пожелание. Еще одним доказательством того, что этот кинотеатр действительно любит, является доска пожеланий, которую придумали и поставили в день 75-летия кинотеатра «Товарищ». На этой доске мы тоже решили оставить свое теплое пожелание. –
Между прочим, 100 лет назад по Березине осуществлялись ежедневные, кроме суббот, пароходные рейсы в Лоев и Березино. Билет в зависимости от класса, то есть места на судне, стоил соответственно от 1 рубля 5 копеек до 2 рублей. А что думают о важнейшем из искусств сами горожане? Исчезает массовое кино как вид или снова входит в моду смотреть фильмы на большом экране? Где смотрят кино жители нашего города? Где любите смотреть больше фильмы? На компьютере либо в кинотеатре? Не знаю, сложный вопрос. На компьютере чаще. На телефоне, если честно, сейчас просто удобно. Лежишь, допустим, на ночь глядя, нечего делать, и кино смотришь. Компьютер в основном. Ну, в основном новинки. На новинки. Кинотеатр, да. А дома что смотрите? Дома, если понравилось, пересматриваю тоже после кинотеатра. Пока у нас маленький ребенок, то дома на телевизоре. В кинотеатре. Почему? Ну, там большой экран, очень громкая музыка. Физически ходим. А почему ходите, почему не смотрите дома, например, кино? Ну, хочется иногда как-то выйти в свет, разнообразить свой досуг. Наверное, в кинотеатре больше. Почему так не уверена? Ну, потому что дома тоже 3D неплохо. И большой телевизор. Вот оно что, да. Понятно. Не, ну в кинотеатре у нас круто, все. Интереснее. 3D. 3D, да? Ну. 3D любите? Да. А дома как смотрите? На компьютере? Не, ну да, смотрим, конечно. А когда последний раз были в кино? Да, последний раз... А, не на «Астрал» ходили. Когда? На той неделе. Ну, интереснее в кинотеатре, конечно. А приходится больше где? На компьютере, естественно. Набор в рекруты, дом ремесел и бобруйский Монмартр. Национальная кухня и дерево дружбы. А еще боди-арт, лавка чудес, фаер-шоу и даже развертывание комплекса С-300 с имитацией запуска ракет. Это и не только ожидает участников и гостей международного фестиваля «Венок дружбы 2015», который уже не за горами. Организаторы обещают незабываемое зрелище. Мы изучили географию праздничных площадок. Организаторы фестиваля обещают, скучать не придется. Праздничная программа запланирована, что называется, от А до Я. Многочисленные тематические площадки удовлетворят самого взыскательного зрителя. Любителям истории будет интересно выступление военно-исторических клубов «Бобруйская крепость, 1812 год», «Набор у рекруты». Гурманам по вкусу придется площадка национальной кухни «Запрошаем смачно есть». Творческих особ не оставит равнодушным «Дом ремесел» и «Бобруйский Монмартр» возле выставочного зала. В распоряжении сторонников здорового образа жизни будет площадка здоровья. Особое внимание молодежи ее ожидает обширная программа. Велопробег, граффити, боди-арт, конкурс творчества среди талантливых молодых людей и еще ряд мероприятий. Помимо этого будет торжественная церемония награждения молодых граждан нашего города, нашей молодежи, а также концертная программа, где примут участие рок-группы нашего города «Сигма», «Редлайн» и «Скайнет». Вечер закончится выступлением лучших диджеев нашего города, а также выступлением фаер-группы «Феникс». А по-настоящему удивить организаторы собираются военной составляющей на площадке за горосполкомом. Запланировано развертывание комплекса С-300 с имитацией запуска ракет. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому Бобруйск сердечно приглашает гостей. Все знают нашего замечательного футболиста Александра Прокопенко. Теперь имя легендарного полузащитника будет носить один из стадионов Бобруйска. А накануне торжественного открытия спортивной арены мы встретились с теми, кто играл с Александром Прокопенко. На центральном входе стадиона по улице «Интернациональный» появилась вывеска о том, что отныне он носит имя легендарного бобруйского футболиста Александра Прокопенко. Кстати, этот стадион – первая и пока единственная в республике арена, названная именем спортсмена. Этим очень гордятся товарищи знаменитого футболиста. Я горд тем, что именно вот назвали именем Саши Прокопенко этот стадион. Для меня Саша все равно, не Александр Прокопенко, для меня он Саша. Он был не просто хорошим, а высший класс. С
все-таки, как говорят, он и попал за сборную Союза тогда играть. Олимпийские игры 80-й год, его пригласили. Бесков такой тренер был. Вот. И он там завоевал бронзовую медаль. Высший класс. Ведь Александр Прокопенко – это не просто легендарный бобруйский полузащитник, но и спортсмен, который внес значительный вклад в развитие советского футбола, став бронзовым призером 22-х летних Олимпийских игр. Поэтому вопрос, чем именем назвать стадион, даже и не поднимался. Ветераны футбола вспоминают о нем не просто как о футболисте Александре Прокопенко, а как о друге. Играли, значит, четвертьфинал Кубка Белорусской ССР с Торпедо Жодина. Здесь бобруйский, четвертьфинал. Перед игрой Жодина... Я сказал так: ребята, кто забьет первый гол, назову в честь того именем. И хотя мы проиграли эту игру 4-2, проиграли, но два гола забил Саша Прокопенко. Я назвал своего сына Сашей. В скором времени арену вместимостью 1500 посадочных мест и искусственным покрытием пятого поколения передадут на баланс футбольной команды «Белшина». Здесь будут тренироваться футболистки женской команды «Бобруйчанка», юные воспитанники «Дюш номер 4», команда профсоюзов города. Самое главное здесь – это покрытие пятого поколения, искусственная трава. Это поле будет с подогревом, то есть возможность круглогодично заниматься на данном футбольном поле, плюс система освещения, которая также будет позволять проводить тренировки в вечернее время. Трибуны на 1500 посадочных мест, плюс 3 комфортабельных раздевалки, методический кабинет, тренерские, душевые, раздевалки. Кроме современного покрытия, вокруг поля положили беговые дорожки. Планируется сделать площадку для пляжного и классического волейбола и баскетбола. А тем временем стадион вовсе готовится к официальному открытию. На нем уже установлены осветительные мачты. В ближайшее время смонтируют табло. Почти 45 лет назад на этом стадионе тренировался один из самых знаменитых белорусских футболистов Александр Прокопенко. Именно здесь, на тренировочном поле, он делал свои первые успехи не только на нашем бобруйском уровне, но и на уровне всей страны. Гол! Ура! Торжественное открытие стадиона приурочено ко дню города и запланировано на 28 июня. Уже сейчас ведутся переговоры о том, чтобы провести в этот день дружеский матч между ветеранами бобруйского футбола и игроками «Динамо Минск» состава 1982 года, которое еще помнит Александра Прокопенко. Далее в программе. Талантливый и знаменитый. Звездный рейтинг в пятерочке нашей программы. «Большая вода» или «Мечты теплохода мечта». Оставайтесь с нами. Бобруйск может гордиться своими уроженцами. Они талантливы и знамениты не только в Синеокой, но и далеко за ее пределами. Итак, известные представители шоу-бизнеса «Горячей пятерочки» нашей программы. На пятом месте бывшая бобруйчанка Алла Сандлер. До 22 лет она жила в нашем городе. Успела поработать и в местной газете, и администратором тогда еще начинающей группы «Би-2». Когда ушла в Могилевскую филармонию, организовала концерты Ирины Аллегровой, Виктора Салтыкова, Валерия Сюткина. Сегодня она живет в американском Балтиморе и занимается организацией гастролей звезд. А под псевдонимом Алла Славина штурмует европейские песенные конкурсы, дает концерты. И уже получила призы на фестивалях «Звездный шанс» в Нью-Йорке и «Шансон над Волгой» в Тольятти. Четвертая строчка нашего шоу-биз-рейтинга у белорусской эстрадной певицы Олеси. Кстати, Олеся – это ее псевдоним. Настоящее имя – Ольга Ермоленко. Она родилась в семье Анатолия Ермоленко, солиста и руководителя ансамбля «Сябры». А псевдоним в честь песни «Олеся», которая уже стала визитной карточкой ансамбля. Свою карьеру певица начала в 7-летнем возрасте. На профессиональной сцене она уже более 20 лет. За это время она записала множество песен и выпустила 3 сольных альбома. Сегодня Олесю хорошо знают не только в Беларуси, Украине и России, но и в других странах ближнего и дальнего зарубежья. Возглавляет тройку лидеров звезда скетч-шоу «Шесть кадров» актриса-певица Ирина Медведева. На киноэкране она дебютировала в 1999 году ролью в сериале «Ускоренная помощь». После окончания Белорусской академии искусств сняла в сериалах «Мужчины не плачут», «Команда», «Кадетство» и других. Прекрасно поет романсы. В возрасте 18 лет Ирина получила приз за лучший дебют на фестивале «Читают и поют актеры». 2 годами позже на том же фестивале она завоевала гран-при.
Второе место. Оно у бывшего супруга Ирины Медведевой, Руслана Алихно. Его имя стало широко известно после победы в телевизионном конкурсе «Народный артист». Первая же песня после окончания проекта «Необыкновенная» буквально взорвала все эфиры радиостанций и музыкальных телеканалов. В 2008 году Руслан представил Беларусь на конкурсе Евровидения с песней «Хаста Лависта». В 2013 Международная академия общественного признания наградила Руслана Алихно орденом за вклад в развитие культуры России. А в этом году он стал победителем проекта «Один в один». И, наконец, первое место нашей сегодняшней пятерочки. Его занимает Александр Уман, больше известный под псевдонимом Шура Би-2. Он и его соратник по сцене Лёва Игорь Бортник стали особенно популярны после выхода на экраны фильма «Брат-2», главную песню которого они, собственно, и написали. А вскоре ребята записали несколько успешных альбомов и утвердились в ранге поистине культового музыкального коллектива. Несколько раз в России и странах СНГ Би-2 признавалась группой года. Кроме того, в коллекции Шуры и Лёвы есть множество наград MTV, Муз-ТВ, «Золотой граммофон». Их песни звучали во многих российских фильмах, а также исполнялись участниками на встрече звезд КХЛ и на Казанской универсиаде 2013. Так сегодня распределились места в нашем рейтинге, а через две недели вас ждет очередная бобруйская пятерочка. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому нашей мечте пока приходится только мечтать о большой воде. При всем желании 7 футам под килем в этом году не бывать. Березина обмелела настолько, что стала не судоходной, а в буквальном смысле пешеходной. Веста Смирнова выясняла дальнейшую судьбу бобруйского судна. Хотелось бы сказать, что судно спокойно качается у причала и ждет своих пассажиров, но не качается, а стоит на мели. И когда отправится в плавание, пока не ясно, ведь сейчас Березину не переплывают, а переходят. Специалисты разводят руками, мол, пока вода не поднимется, никуда плыть нельзя, так что приходится ждать. Но команда корабля каждый день ждет, как говорится, большой воды и с палубы не уходит. Готовится выйти в плавание в любой момент. Здесь коса образовалась, и на ней мы просто не выходим. Мы застреваем по песку и все. В воскресенье у нас тоже вот так получился неудачный рейс с пассажирами. Где-то около 2 часов заходили обратно. Поэтому решили не рисковать, потому что здесь есть камни, бревна. Поэтому можно повредить винт. Поэтому будет очень дорогостоящий ремонт. Несмотря на то, что пока судно практически неподвижно, капитан и его команда тщательно проверяют амуницию и следят за чистотой на корабле. Для каждого пассажира спасательный жилет. Он есть взрослый, есть детский. Что сюда входит в комплект? Вижу. В комплект входит свисток. И также стоит вот батарея щелочная. При попадании в воду загорается фонарик. А наверху к борту привязаны спасательные круги, тоже для безопасности. Хотя если кто-то вывалится, то скорее руку сломает, чем утонет. Но безопасность есть безопасность. Вообще, этому судну более полувека. Ранее теплоход находился в Днепроберезинском пароходстве. Вышел из строя, его нужно было спасать. Но решили, что рано на пенсию. Судно перевели на баланс Бобруйского водоканала и отправили на Пинский судоремонтный завод. Руководство предприятия водоканала обещало, что теплоход поплывет. И он поплыл. Теплоход был построен на Бобруйском судостроительном заводе в 1958 году. Ему сейчас 57 лет. Вот, поэтому наш родной, как говорится, земляк. В принципе, судно неплохое, по характеристикам даже замечательное. Хорошо управляется, на плаву хорошо держится, поэтому я скажу. Удачная конструкция. А это вот у нас есть судовая рында. Капитан на своем корабле рассказывает с легкой грустью, признается, что скучает по речным прогулкам. Ведь для него это не просто работа. Он об этом мечтал с самого детства. Получилось это все с детства. Потому что я уехал, учился в Ленинграде, в мореходном училище. Вот. Работал в Череповце, третьим помощником капитана. 2 года служил на Северном флоте. Вот. Потом вернулся в Бобруйск, устроился в водоканал. Тут была мечта. Ну, предложили работать. Я согласился. Мечта с детства. Да, мечта с детства получается.
Судно есть, теперь приходится мечтать о реке, которая была раньше, но с каждым годом уровень воды падает, и это настораживает. Мечтаем о том, что судьба у нее была прекрасной. Вся дальнейшая ее жизнь, этой мечты, будет зависеть от того, как будет состояние реки Березина в ближайшее время. Будет вода, будем ходить. Не будет воды, но будем вынуждены стоять. Что говорят специалисты? Специалисты этот год обещают плохой в плане судоходства, но я думаю, что черная полоса всегда меняется белой. Я думаю, со следующего года начнется активная эксплуатация. Остается только ждать и надеяться, что скоро пустые кресла теплохода займут пассажиры, и мечта, поднимая волны, пройдет по Березине. Внимание отдыхающих! Билеты продаются в кассах Нарвокзала. Кроме главного культурного события в конце июня, международного фестиваля «Венок дружбы», вас ожидает еще масса интересного. Для вашего досуга наша рубрика «Афиша». Это все, но только на сегодня. Встретимся через 2 недели в это же время. А место встречи изменить нельзя. В городе Бобруйске на Беларусь-2.